День влюбленных в спорт отметили работники завода «Электроавтомат». Ежегодно в честь своего дня рождения они проводят соревнования по лыжным гонкам. На юбилейный 55-й праздник приехал глава Чувашии Михаил Игнатьев. В массовых соревнованиях приняли участие более 200 человек. Это работники завода, их семьи, гости из Алатырского и Порецкого районов. Такая любовь к спорту приносит свои плоды. Заводчане на протяжении 5 последних лет занимают первые места на различных соревнованиях. Даже бывшие работники завода, несмотря ни на что, считают себя частью коллектива и с удовольствием бегают на лыжах. Это вообще, во-первых, сближает коллектив, они общаются не в рабочей обстановке, а в обстановке отдыха, и заряд бодрости набирается на весь рабочий год. Кроме того, что они в отпуск уходят, где-то сами по себе отдыхают, а здесь вместе с коллективом на природе, воздух здесь прекрасный, трасса хорошая. Михаил Игнатьев лыжную трассу в Алатыре опробовал впервые и высказал свое желание еще не раз вернуться подышать свежим воздухом соснового бора. Мне первый год традиционные вот эти лыжные спортивные соревнования проводят. И это праздник не только завода, это праздник вообще, можно сказать, семейный, потому что пришли с детьми, маленькими, взрослыми. Это уже семейная такая традиция, можно сказать. А это, в конечном итоге, сплачивает людей, уважение больше и доверие друг к другу. А это очень хорошая, мощная созидательная сила. Семейную атмосферу создают детали. Например, чай по старому русскому обычаю здесь разливают из самовара. Что касается подготовки к состязаниям, то здесь большой вклад вносит ветеран спорта, неоднократный чемпион республики 70-80-х годов по тяжелой атлетике и гиревому спорту, тренер-общественник Николай Голюшев. У нас и плавательные соревнования проходят. Да, гиревой спорт очень хорошо развит на заводе у нас. Коль Голюшев молодец, все это организует. Легкая атлетика очень хорошо развита. Вообще наш завод очень отличается своими спортивными подвигами. Было время, когда в Алатыре ощущался недостаток лыжных трасс. Теперь, благодаря инициативе энтузиастов, их стало больше. Работники завода прокладывают новую трассу недалеко от загородного лагеря «Янтарный». Еще одну трассу делают на окраине города. Анастасия Алексеева, Дмитрий Коварев, Андрей Шоклев, Республика.